Северная Каролина славится своими достопримечательностями, которые были образованы в результате природной деятельности. Некоторое время назад ученые обнаружили у побережья штата новый участок земли, образованный деятельностью местных вод. Район в последнее время облюбовали туристы, которые спешат увидеть достопримечательность до того момента, пока она полностью исчезнет. В мысе Хаттерас располагается ряд островов, образованных в результате песчаных наносов. Большая часть участков суши имеет временный характер, другие острова остаются в акватории постоянно. Воды в акватории мыса довольно нестабильны. Здесь пересекается холодное лабрадорское течение и теплое течение Гольфстрим. Встреча двух течений спровоцировала довольно интересную ситуацию с океаническими водами. В акватории возникают довольно сильные завихрения, жертвами которых стали многие корабли. Территорию возле мыса Хаттерас даже назвали «кладбище Атлантики» за счет огромного количества серьезных кораблекрушений. Бурные воды в области не только разрушают корабли, но и способствуют образованию отмелей из наносов песка. Отмели долго не задерживаются. С приходом нового течения песок выносит обратно в океан. Но нанесенный в апреле песчаный остров довольно долго не разрушается. Он имеет протяженность около 1,5 километра, при этом ширина не превышает 300 метров. Возможно, за счет своей изогнутой формы остров до сих пор не тронут и не разрушен течениями. Зато океанические воды постоянно выносят на песчаную отмель ракушки морских моллюсков, деревянные останки старых кораблей, потерпевших крушение в данной области, и кости океанических обитателей. Именно за счет поверхности, усыпанной ракушником, новообразованный участок суши начали называть ракушечным островом. Добираются до территории в основном по мелководью. Однако это довольно рискованно. Данную зону облюбовали местные рыбаки, и дно усыпано рыболовными крючками, о которые можно травмировать ноги. Не меньшую опасность представляют собой скаты и акулы, которые часто заплывают на мелководье. Но опасность не останавливает туристов от посещения новой достопримечательности. Ежедневно к побережью приезжают сотни туристов, желающих насладиться видами нового участка суши. Остров может исчезнуть так же быстро, как и появился. Ученые рассматривают еще один вариант дальнейшего развития событий. Течения могут продолжить нагонять песочные массы в данную область, что приведет к тому, что загадочный остров увеличится и со временем сольется с постоянными островами, расположенными в районе внешних отмелей. Ставьте лайки, делитесь видео и пока!